Астрология выделяет 5 знаков зодиака, которые без сомнений вычеркнут вас из своей жизни, если что-то пойдет не так. Давайте же узнаем, какие это знаки зодиака. Телец. Реакция представителя этого знака будет абсолютно противоположной. Тельцам свойственно держать свои чувства глубоко в себе. Пребывая в ужасе от предательства близкого человека, представители знака не скоро начнут доверять кому-то еще. Их подавленность, унижение, смущение и разочарование могут вылиться в тщательно спланированный акт мести. Когда тельцы отмалчиваются, следует знать, что с ними случилось что-то обидное. Эти зодиакальные представители начинают злиться, если их обманывают или лгут. Пока они не придут к однозначному выводу, им свойственно ограничивать любое общение с этим человеком. Решение разорвать с ним всякие контакты, как правило, окончательно и бесповоротно. Когда он решит, он просто встанет и уйдет, и никогда не оглянется назад. Лев. Предательство львы всегда переживают довольно болезненно. Их сильный характер и наличие близких, верных друзей помогают пережить неприятный период, но печаль от неудавшихся отношений в сердце льва останется навсегда. Через некоторое время после произошедшего львы, возможно, захотят отомстить обидчику. Львы терпеть не могут критику, поэтому периодически подчищают ряды своих знакомых от неугодных и неприятных им людей. Вычеркивая из своей жизни неугодного человека, львы ограничивают его негативное влияние. Скорпион. Предав скорпиона, не рассчитывайте на снисхождение и не расслабляйтесь. Скорпион обладает прекрасной интуицией, а некоторые наделены особым даром предвидения, который часто выручает его в сложных ситуациях. Но именно поэтому планы врага часто бывают провалены, а он попадает в свою же ловушку, заранее приготовленную скорпионом. Чувствительная натура скорпионов надолго отправляет их в пучину отчаяния и жалости к себе, но постепенно они направляют эти чувства на разработку акта мести обидчику. Просто запомните, как только предательство по отношению к скорпиону произошло, обидчику больше не будет места в его жизни. Овен. Если Овна предали, то он никогда не будет хранить это в тайне. Все вокруг вскоре узнают мельчайшие детали случившегося. Представители этого знака горят местью. Они хотят, чтобы предатель ощущал не только их злость, но и осуждение со стороны общества. Также для них важно выяснить причину предательства непосредственно у виновника и потребовать от него исправления ситуации. Стоит кому-то предателя обмануть Овнов, на дальнейшее общение с ним можно уже совершенно точно не рассчитывать. Глазом не моргнув, они после первого же проступка вычеркнут из своей жизни неугодного человека. Овны не позволяют причинять себе боль и во второй раз уж точно этого не допустят. Однажды потерянное уважение уже не вернуть. Водолей будет достаточно долго терпеть, оправдывать, давать вторые шансы человеку. Но однажды кредит доверия будет исчерпан. Просчитать этот срок невозможно. Просто в какой-то момент чаша терпения водолея переполнится. После предательства водолеи эмоционально отстраняются от ситуации. Они не станут делиться подробностями с близкими и полностью прекратят общение с человеком, предавшим их. К счастью, в отличие от других знаков, этот знак не просто заблокирует вас везде, а объяснит свое решение, прежде чем уйти, чтобы потом не было путаницы. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, ведь впереди вас ждет еще много интересных видео.